В Мытищах состоялся отборочный хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина. Турнир в Московской области проводится в третий раз. В этом году встретились 12 команд. Это хоккеисты из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Омска, Казани и Ярославля. Соревноваться за главный приз приехали даже юные спортсмены из Чехии. Финал Кубка состоится 14 августа в Красногорске. Турнир, насколько я знаю и насколько его обсуждают, он стал долгожданным для ребят, в том числе потому, что на таком уровне, на площадке Подмосковья собираются все лучшие наши детско-юношеские спортивные школы. Это уникальный турнир, других таких в Российской Федерации не существует.